Всем здорово, ребятки. Так, часто вы задаетесь вопросом, что делать с этой одноразовой хренью, когда она села. Так, есть несколько вариантов. Выкинуть ее. Есть еще один классный вариант. Купить многоразовую хрень, которую можно зарядить. И последний вариант, зарядить эту одноразовую сигарету. Заряжать ее на самом деле очень просто. Не бойтесь, ничего военного здесь нет. Покупается в любом радио магазинчики. Вот такой блок питания, контроллер питания 12-вольтовый. Как хотите его так и называйте, покажите продавцу это видео, он поймет. С зарядкой на микро или на Type-C, главное, чтобы у него был контроллер. Вот. Берем за 3 копейки крокодильчики и просим кого-то плюнуть и припаять. Ничего сложного нет, главное, не спалите хату. Вот, дальше. Сделали это все. Берем нашу чуду сигарету, разбираем через низ. Как правило, она разбирается, вытаскивается вот такой вот незамудренный аккумулятор. Состоит она из нескольких частей. Так, это фильтр сажевый, горелка, которая тянет всю эту хрень с дымом. В общем, не знаю, как она правильно называется. Самое главное, это аккумулятор. Он у вас быстро садится за 2-3 дня, знаю, как это бывает. Заряжаем с помощью нашего контроллера, подаем плюс, продаем минус. Для особо одаренных здесь все написано, если что, где плюс, где минус. Но я знаю, что вы по-любому перепутаете, поэтому флаг вам в руки. Так, показываю, как я это делаю. Включаю плюс, включаю минус. Подключили. Даем питание от разъема микро-USB, но это в моем случае. И эта штука переделывает с 5 вольт на 12 вольт на наш аккумулятор. Я попросил у продавца с лампочкой специальной, то есть, чтобы понимать вообще, идет зарядка или не идет. Ну, у вас может быть и без лампочки. Держим 15-20 минут, не больше. Это если у вас на 1000-1500 тяг. У меня, допустим, это мощное, на 2000 тяг. Я держу минут 30-35. В общем, ребят, не больше получаса держим. Если вы из Рашки, можете держать больше. Нахер, пускай ваша вся Курская область сгорит к ебеням. Вот. А нормальные, разумные ребята держат не больше получаса. Зарядили, отсоединяем. И потом только крокодилы снимаем. Но опять же, если вы из Рашки, вначале снимите крокодилы и замкните друг с другом. Вот. А потом смотрите, откуда... Нападение с Беларуси. Все, всем пока. И покупайте эти одноразки, покупайте многоразки. Можете купить у нас, где мы продаем магнитолы на радиорынке. Всем пока.